Харьковский губернатор подарил Путину мешок и сказал, что в таком именно мешке сейчас отдыхают ребята на фронте. Вся Украина уже несколько лет ждет, чтобы увидеть Путина в мешке. И поверьте, она дождется. Слава Украине! Наладили производство тактического вездехода «Багги Ерофей». Я вам модель принес в подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Вот хотел вам презентовать. Ну и если вы позволите показать вам материалы. Вот как раз из этого материала сделаны у нас палатки. А вот так выглядят наши спальные мешки. Сейчас ребята в них вот отдыхают. А это хочу передать вам от именного батальона «Генерал Корф». Шеврон. Ребята выполняют задачи на спецоперации. Тут ваша цитата. «Сила в правде,